Всем привет, народ. Вот решил это поле добивать. Красным прошел кораблями, еще ливень все прибил. Нормально, блин. Ну, потом покажу все, что выкопал. Пока. Ладно. В основном безделушки и лысые монетки. Сейчас вот выпал. Дубль турнуа такая вот. Еле видать. На фотках лучше. Блин, наконец-то. Уже что-то с надписями. Ну, тоже медная. Такая вот фитюлечка. Это либо монета, но скорее всего, что это этот жетон миров. Хоть прочитай, что это. Наконец-то стали попадаться монеты, хоть что-то можно различать. Вот тут герб с тремя лилиями. Чуть-чуть надпись видно. Тоже медяшка. Здесь он даже голову видно. Ну что это за монета, пока не скажу. Что не могу прочитать дом. Нормально походил сегодня, так что пора честь знать до дома. Ну, как обычно, тут он всякой утвари, какая-то ложечка, патронтаж, винтовки, еще один, какая-то крышечка, гильзы, блин, всякая фигня. О, вот такие шарики свинцовые задолбали. Это как бы наполнитель в снарядах. Это вот разлеталось и убивал как бы поражающий элемент. Такие вот разные такие шарики, дофига тут. Ну, потом вот всякие пряжечки. Вот. Это вот неизвестно. Фигня. Тоже вот остаточек от чего-то такого. Жалко. Наперсток такой прикольный. Взорван, набитый. Но не дождался он меня. Изломался. Вот столько вот углешков медных. Но здесь в основном почему-то в поле. Ну, иногда попадается римский, а иногда все вот таких вот 1600 годов. Ну, тут вот на парочку мне так будет видно хорошо.
Кинчук тоже, думаю, не видно. Тут чувак какой-то. Льяр Делориан. Ну вот, раз, два, три, четыре на них видать. Остальные до электролиза. Вот такая вот тоже пострадавшая. Ну и, конечно же, жетончик. Жетончик классный. Ну вот так вот сегодня походил. Ну, всем пока.